Welcome, welcome, welcome. Ну что, ребят, последняя игра, мы дожили. Мы дожили, сколько идет уже этот стрим. Сколько ж людей поменялось за этот стрим. Сколько людей родилось за этот стрим. Сколько людей сексом занялись за этот стрим. И сколько людей не занялись сексом за этот стрим. Мы не знаем. Но знаем точно, что у нас стрим идет 9 часов 40 минут. Еще час будет игра эта идти. Ну, потому что она будет идти меньше. FlyQuest 7 побед, 7 поражений. Команда 100 воров идет на ровно последней позиции в чемпионате Америки. 4 победы, 10 поражений. И они все экспериментируют, кого бы туда и кого бы сюда. Солиго будет продолжать у нас. Солиго, Солиго стоять на миде. Самдей, который раз за разом побеждает топ-лейн, раз за разом уничтожает любого топпера, будет играть все еще на своей позиции. Сначала Виви заставил играть против Ведьмака заполнить свою музыку на стриме. Сейчас появилось желание в Морпы сыграть. Ну да, музыку я оттуда сегодня ставил. Ну, я сначала ставил Payday, но сейчас уже вечер наступил. А, нет, сначала у меня StarCraft играл. Payday это был на Корее. Но сейчас уже вечер. Ту музыку с арками, как говорится, с органами и одновременно с этим очень громкую не нужно, конечно же, уже ставить. Надо людям спокойно. Некоторые, огромное количество людей у нас спит под наши стримы. Я просто уже устал, как говорится, каждого усыплять. Ребят, если хотите поспать, то ложитесь. Но есть еще те, кто смотрит записи. Хотя эту игру, я думаю, никто в записи не посмотрит. Вообще, я так заметил, количество подписчиков на YouTube у нас там растет постоянно. Просто многие не знают, что у нас два канала есть. Злодеи не знают, что у нас есть два канала, ребят. И они почему-то злодеяния свои злодеяют только на одном канале. Бедняги даже не догадались проверить второй канал. Так вот, и мой вот второй, который основной канал. На нем у нас 9400 сейчас подписчиков, там чуть меньше стало, но это ерунда. Все это восстановится. И видео вот эти вот мелких игр реально очень мало народу смотрит. Вот что хотел сказать. То есть, когда было у меня 2000 там подписчиков и 3000, его все равно смотрели 100-120 человек. Вот такие вот матчи, как 100 воров против FlyQuest. То есть, основная наша аудитория, я уже давно это понял, это не YouTube. Основная наша аудитория — это прямой эфир. Прямой эфир YouTube тоже относится к этому. Но не YouTube, люди имеются в виду, которые потом пересматривают записи. Хотя есть игры, которые поднимают, конечно же, просмотры. Матч команды СКТ. Хотя я чувствую там огромное количество просмотрщиков. Это какие-нибудь азиаты или даже американцы. Зойго от Солиго. Зойго от Солико. Есть такое. Так у нас здесь какое-то мясо они набирают. Давайте посмотрим. Поукс-этап на поукс-этап. Выстраивают обе команды. При этом последняя игра на сегодня. Да, привет тебе, 100к на фанатик. Действительно, сегодня последняя игра осталась, и ее мы будем досматривать. Ты так и не выложил Европу. Ну, это же не делается мгновенно. Вот записи выкладываются. Вот первая, вот вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Это Европа и вот Америка. Раз, два, три, четыре. Все это заливается. По 10-15 минут заливается. Потом еще рендерится где-то 10 минут каждое видео. Но учитывая, что я поставил на заливку все это вместе, считайте, к окончанию этой игры 10 уже записей будет на Ютубе выложено. А сегодня были у нас массе игры? Я пытаюсь вспомнить. Я потому что во время матчей отвлекался на, так сказать, личные вопросы. И, надеюсь, всем ответил, кто хотел все услышать. Ну, ладно, не всем я ответил. Могу сразу сказать, там некоторых пропускал, которых сразу, как мне казалось, не очень настроены общаться. Рексайк. Ура, хотелось бы после Америки глянуть пропущенную Европу. Ну, вот посмотрим, если она успеет залиться. Но в любом случае, в течение часа после этих матчей точно все это появится на Ютубе. Все.
стало ясно, почему на Кайса Штормрайзер берут? А, нет, мне так и не стало ясно. Я понял твой вопрос. Да, мы видели это в Корее. Две игры подряд брали на Кайса Штормрейзер, и при этом не брали ни одного предмета с Энерджайзером. И мы на это смотрели и не могли понять. Там Раш, где не зафейлил игру, точно масси. Против Cloud9 то, что... Ну, кстати, можно пометить ее как голд со знаком вопроса. О, игра действительно была неплохая. Мне просто не нравится то, что я там немножко был уже такой сонный. А так TSM разгром еще... А, рекорд установлен же. Сегодня рекорд установлен. Вот эту игру надо масси пометить. Которая короткая самая игра. 20 минут 20 секунд. Ну, потому что рекорды надо всегда держать под крылом. Можно даже, наверное, написать не масси, а рекорд слово. Рекорд, и там дальше в этих самая быстрая игра. Кстати, да, я, наверное, так и сделаю. В хэштегах еще там добавлю самая быстрая игра. Ладно, пока мы это все обсуждали, у нас вышел, вышла черепаха. Как думаешь, будет ли брать Кайлу на LCL и вообще, есть ли у нее шансы ворваться на просцену? Ну, я точно могу сказать, что все про-игроки говорят, что она очень сильная и overpowered, и поэтому ее пока забанили. На патче 9.5 ее поиграть нельзя. Гнара почему не берут сейчас совсем? Был же он топ-чемпионом. В патче 9.4 попытались некоторые команды поиспользовать Гнара, но попали под несколько неприятных контрпиков. Это Владимир, это Кеннон и это тот же самый Райс. Отказались они на какое-то время от Гнара, но я думаю, вполне вернутся к этому чемпиону многие команды. Потому что Гнар действительно на просцене один из любимейших чемпионов большинства топ-лейнеров. Он такой, знаете, типичный топ-лейнер, где ты можешь быть и топ-лейнером с предпушером, и топ-лейнером тимфайтером, потому что у тебя есть танковость и ульта шикарная, и топ-лейнером дуэльщиком, ну то есть где бы вдвоем, и там 3-1-1, то есть вариантов миллиард, как использовать этого чемпиона. При этом билд особо не меняется. Меняется только руны, ну и один там предмет какой-то может что-то поменять. Сегодня будет пост-шоу, известно, что они будут делать. Пост-шоу устраивают по воскресеньям. Тиёк сегодня будет пост-гейм-лобби, где они просто посидят, пообщаются о том, что произошло. Оно обычно идет там 5-10 минут дополнительно. Но вот именно то, что ты хочешь, по... это, видимо, ты мне писал, да? Это, значит, получается, твой никнейм был. Мне в личку. Предлагал, ребят, интересную вещь. И давайте, кто еще не спит, выясним, хотите ли вы этого. Он мне предложил иногда делать переводы пост-гейм лобби, либо вот всяких этих мелких роликов от Riot Games, This or That. This or That они выпускают частенько, каждую неделю. Американская лига пост-гейм лобби тоже выпускает, и она, насколько я понимаю, в общий доступ попадает. Не-не, не можно, подожди. Я не спрошу у вас разрешения, подожди, ты что-то не понял. Мне ваше разрешение не нужно, чтобы что-то сделать. Мне интересно, будет ли вы это смотреть, потому что это, ну, все равно будет труд. И предложил он донат гол поставить, там какую-то, ну, символическую сумму на эту всю тему. Клоунада говорит, вот видите, ему не нужно. Ну, потому что я тоже исхожу из того, что некоторым людям это изначально не интересно. Просто болтовня, хоть и с юмором, как это шоу Урганта. А некоторым... Тебе завтра Корею стримить? Да, я знаю, что мне завтра Корею стримить. Все верно. Эта игра долго будет, иди спать. Нет, у нас есть обязательства перед зрителями. Я, в отличие от других людей, ребят, всегда держу слово и обязательства. Поэтому не надо удивляться. А, так-то можно, но думать-то надо не сегодня. Комедия — это зашибись. Fallout. Чё ты там вот сегодня сейчас мне писал? А? Вот чё ты мне сейчас писал в личку? Иди в другую личку мне в группе ВК напиши. Или там просто в друзьях же мы у тебя есть. Поговорим. Разберемся. И что он там? Бычил на меня. Фоллаутик этот. Сборы выполнены на Европу и Америку. Вич не может не коммитить эти игры. Ну, как бы, я могу сказать... О, я передумал.
Но я так не буду делать, ребят. Мы собирали именно на Америку и Европу полностью. На плей-оффы мы будем... Кстати, на плей-оффы надо уже сборы тоже начинать делать. Было что-то как-то профукал этот момент. Ну, вот на плей-оффы тогда будут сейчас сборы у нас подсобираться. А этот ролик какой-нибудь один я, может быть, переведу коротенький. Посмотрим. Тем временем, да, у нас Афраму сыграл на Брауме. Вы видели очень хорошо. И мы в этот момент разговаривали о ни о чем. Извините, ребят, давайте все же посмотрим финальную игру, которая сегодня у нас есть. Немножко с кем-то так... Подождите, Санторио, они же видели. Я слепой или чего? Не, они видели и теряли его время, я понял. У нас получается просто у Бенга есть Аркан Шифт, а Афраму готов был пешком отойти, если что. Просто выглядело как-то странно, знаете. Стоит там Рексайка на вардах, выезжает, они такие, ладно, продолжаем дальше фармиться. Все нормально. У меня были просто такие игры в Сулуку. Стоишь на роли саппорта и поставил вард. Человек стоит в этом кусте, ты такой, а, ну нормально все. Стоишь, занимаешь позицию, где ты в безопасности. Тут бах, твой адекерри идет зачем-то туда и умирает. Я спать всем добра, то работка через 4 часа. Ну ясно, ну ясно, Fallout. Не хочет даже ответить за свой базар. На крайнем форму берет Браума, он же на нем не умеет играть. Я тебя удивлю, это его лучший чемпион. По статистике, по крайней мере, так оно есть. Во Фраму здесь пошла инициация Джей-Джей. Кстати говоря, Фраму играет на Брауме против как раз-таки Рейкана. Рейкан попал в контрпик. Ему тяжело теоретически Рейкану здесь себя проявлять. Да, я что-то про процентики забыл вам сказать. Но давайте сначала посмотрим, как Поблтер пытается убить Солиго. Солиго остается жив, потому что Анда его прикрывает. По процентикам у нас... Обе команды играют в Early Game Pressure, так что очень близкие сетапы. Но я бы сказал, что FlyQuest посильнее. Начало именно из-за Рексайки. Порядка даже 60% я бы отдал за ними, потому что у них еще есть не только Рексайка, но и Лебланка. И помимо этой Лебланки у нас какая-то неубиваемый Санторин. За ним гонится флеш-кушка. Но Побелтер тоже не смог никого убить. Гонялся, гонялся, так и не догнался. А почему он пешком поехал? Там же туннель уже был вроде активен. Ну, может, мне это показалось. Когда перестанут пикать от Рокса? Ну, думаю, когда еще его немножко занерфят. Ну да, английский комментатор говорит, что здесь есть вард, вот нам показывают, и команда соточка даже вроде как пинганула, что там стоит вард, сам Дэйм пинганул, ребят, оттуда сейчас вас выйдет Рексайка убивать, и все равно Солиго чуть было не умер. Давайте посмотрим повтор. Они видели Санторина, Санторин выходит, они его ждали, но чуть было не умер Солиго на этом, в последний момент отфлешивается, туннель не был еще активен, я вот сейчас вижу, видите, вот эта вот нижняя полоска красная, которая наполняется, это когда активность туннеля будет готова. Браум же обоих контролит, зачем его не забанили? Ну, это уже не ко мне вопрос. Это к тренерам команды FlyQuest, которые решили брать за Юрикана, но при этом оставлять Браум открытым. И действительно, перья и тот блокируют. А я теперь про Афраму вот хочу вам сказать. То, что Афраму считается очень сильным Алистаром, Браумом и Бардом. Это лучшие его три чемпиона. Такая у него статистика, и сигнатурка его считается все же Бард. Самым популярным его пиком является Алистар. Самым сильным по винрейту считается Браум, если я правильно цифры помню. Вот и выходит, что, ну, как команда может отказать себе не взять Браума для этого парня. Не надо от Рокса нерфить, как-то не надо. Хватит, уже поигрался и... Пусть и другим даст поиграться. Как в этом, как в детском саду, ребят. Сначала поигрался один, теперь можно поиграться другим чемпионом. Да не в Брауме дело, а во Фраму. Это уже другая история, тут я с тобой соглашусь. Потому что он очень странно играет на этом чемпионе, хотя винрейт у него максимальный. Но иногда, наверное, выдаются же какие-то перформансы. Так вот, FlyQuest 60% я оставлял за ними. Лейнинг-фазу, мидгейм, я думаю, оставлю тоже за FlyQuest 55%. А вот уже лейт-гейм, то есть после 35 минуты, самую последнюю стадию, отдам за соточкой. Ну и по цифрам получается 60 флаи, 55 флаи,
соточка 55. Почему даем так мало? У них есть Владимир, но Владимиру тяжело будет убить Заю. Вы знаете, что Зая, она является, по сути, прямой контролем к Владимиру. Кто-то скажет, ну, вроде же тут крутая. Зая Рейкана, Риксайка, Атрокс. Да, но по факту Эз на свободных щах находится. Браум является контрпиком к двум чемпионам сразу. Владимир убить вообще никто не может в этой партии. Ну, нет урона против него. Там просто от Владимира не будет умирать за это факт. Но убить-то его в одиночку как она сможет. Ну и Джарван еще со своей инициацией и второй жизнью будет нивелировать то, что Атрокс может сделать. Как можно отдать лейт соточки, если лейт они сливают 100%? Я отдаю не соточки. Я отдаю лейт их сетапу, их чемпионам. И всегда мы так анализ проводили. Но тут, конечно, ты прав. То, что соточка... ребят, кто не знает, у них есть антистатистика пока этого чемпионата. Команда 100 воров ни разу не выиграла еще игру после 35-й минуты, которая зашла. Ну ладно, ладно, они выиграли одну игру, я вас обманываю. Все же было. Где Хухи был на Алессандре, они с трудом одержали победу. Хорош, тут у нас врыв идет по Бенгу, и Бенг решает просто нажать флеш-аут. По Белтер сражается с Олего, кидается у него автоатаками, там, заклинаниями. Мне кажется, многие команды специально дают ему Браума. А вот тут я с тобой соглашусь. Есть такой игрок, как Митя. Я думаю, вы его знаете. И когда он играл в команде G2, помните, да, он играл в команде G2 в свое время. Ну, сейчас он снова играет в команде G2. Но мы хотели другой год как раз-таки взять. Когда Звен был вместе с Мити в команде G2 на ботлейне. В этом составе он играл в основном там Кенча, Зайру и, по-моему, Браума, да, если я не ошибаюсь. Вот. Алистар там был или нет? Суть что, какую я хотел сказать, то что все команды изо всех сил банили ему саппортов и подстраивали все таким образом, чтобы он точно взял Зайру. Потому что на Зайре у него ничегошеньки не получалось. Он постоянно умирал. У него среднее количество смертей за Зайру было около 6. Ему принадлежит антирекорд. Самый медленный 6-й левел за всю историю Лиги Легенд. Он 6-й уровень заработал на Зайре, по-моему, на 11-й минуте, если я не ошибаюсь. Ребят, 6-й уровень за саппорта на 11-й минуте. Понятное дело, что саппорты всегда медленно поднимают уровень. Но не на 11-й же минуте. Это было в том сезоне, конечно же. Сейчас опыт начали давать чуть меньше, вы знаете. И из-за этого ну, все рекорды те сбились, антирекорды. Но даже для этого вот момента, посмотрите, у нас Джей Джей 6-й уровень уже, а Фраму тоже 6-й уровень. А он все еще не был 6-м. Там 11-й минут 43-й секунды или что-то такое было. То есть почти 12 минут. И он заработал 6-й уровень для Зайры. При этом он там умер 4 раза в той партии за лейнинг-фазу. Ну и вот такого рода подставы делали команды. То есть они делали такие баны и такие пики себе чемпионов, что ты такой понимаешь, блин, надо брать Зайру. Берешь ее, а у тебя там такая Зайра играет. И я считаю, ругался просто уже не помню, сколько раз я ругался на Митю, мол, перестаньте ему давать, дайте ему там Кенча и Алистара. Не давайте ему дальнобойных чемпионов. Они там Моргану потом начали пытаться ему давать. Он ни одной кушкой за игру там не попадал. О, было дело, было у Мити. Ну, кстати, с тех пор у Мити ничего не поменялось. Он все еще играет только трех танков. Браум, Там Кенч и вот Алистар. Ну, то есть Браум он реже всего, а Там Кенч и Алистар это его основные, а Браум вот потом. Почему Вай на Хай Элла на простыне не... Так, почему на Хай Элла на простыне не играет Леон? Потому что Леона является контроль только к двум чемпионам, и это не очень, как говорится, выгодно, потому что этих чемпионов берут очень редко. Леона считается контрпиком, как и Браум, кстати говоря, к Рейкану. И если есть выбор Браума, зачем брать Леону, правда? И Леона считается контрпиком к Арден Сензор саппортом, но в основном только к Соне. Сону мы вообще с вами не видим, поэтому... Так-то берут. Леону, поверь, мне берут чаще, чем даже, наверное, Моргану. Особенно китайцы любят Леону. У них это какой-то фетиш на это солнце. Они постоянно в любой непонятной ситуации берем Леону и врываемся. Ну, а что касается Вай, я вот там начал говорить про Вай, хотя ты этого не спрашивал.
У нее реворк только произошел. Ну как реворк? Изменения небольшие ее произошли. Adjust, как называют их ревоты обычно. 9.5. И вот люди, наверное, еще не успели просто как-то подпривыкнуть и подтестить это все. А работает ли это на самом деле? Если с Рексайкой тоже, когда... Ой, там Поболтер всем промахнулся. Поболтер вообще отличная игра в этой партии. Он 123 фарма сделал на 13-й минуте. Подавливает Солиго. Было несколько раз, когда он пытался убить, но не вышел. Китайцы берут Леона, потому что Леона это файт, а Китай это всегда файт. Да, тут я с тобой соглашусь. Китай любит сражаться, поэтому Леону... сейчас Галио вот появился, и Леона немножко откатилась на второй план, потому что Галио тоже это постоянные сражения. Вай была в трех играх на Ру. Ну, Ру-сервер — это СНГ. В СНГ я не хочу там никого оскорблять. Но уровень намного ниже, и исполнение там Вай может не соответствует исполнению, которое здесь. И также я не совсем понимаю, зачем брать Вай, когда есть Рексай. То есть для меня Рексай просто монстр сейчас. Если бы я вам сейчас не стримил чемпионаты, я бы сидел и только Вай играл. И это тот момент, когда вот я понимаю, что я могу уже взять Diamond, мне кажется, спокойно на Европе, играя только Рексай, если ее не банят. Но есть маленькая проблема, ее начали банить. А те моменты, ну, когда я могу поиграть еще, и, возможно, ее бы там не забанили, Побелл-то там добьет, делает второй килл. Но с Файнази было за красный баф, цепляется за несколько игроков команды, соточки, флайквесты, пытаются убить еще Солиго, не они выходят. Что у Виви с голосом? А что случилось? Что случилось? Подожди, вроде все нормально. Кстати, зрители ушли. Я все же отпугнул зрителей соточки и флайквестами. Сказал всем, что будет это долгая игра. И они свалили. Вай в СНГ все три игры выиграл. Я не отрицаю, что это может быть так. Но опять же, надо смотреть баны пики и понять, почему они Рексайта не взяли. Ведь Рексай сильнее Вай. По всем показателям. У нее больше урона в начале игры. Она ее дуэлит и лучше фармится. И лучше ганги может организовать. То есть помните эти три показателя, которые я говорил. Соответственно, какой смысл брать Рексай, когда можно взять Вай. Наоборот, какой смысл брать Вай, когда можно взять Рексай. Ну а пока у нас в этой партии 3-1 стал счет, 3000 есть уже преимущество команды FlyQuest. Нетипичная ситуация для команды соточки. Обычно они выигрывают лейнинг-фазу почти всегда. Вы помните, они проигрывают жестко лейтгейм, даже имея супер лейтгейм чемпионов, потому что они, видимо, по макроигре проседают. Что же касается ситуации... Подождите, у нас здесь войнушка идет за пинг-вард. Дракон лайф у нас есть, видите, океанический. Ну и команда флайквестов чуть-чуть отступает, потихонечку варды выбивает. Ему зазывает своего Атрокса. Атрокс с полпути пробежал, а потом кликает, мол, я там останусь, мне плевать. Ну а я хотел договорить про то, что соточка лейнинг-фазу очень часто выигрывает. Особенно благодаря Самде. Кстати, я смотрю за Самдеем, у него здесь плюс 20 фарма высвечивается. И уже предметики хорошие собраны. Сейчас Жоня, он потихонечку выходит. И с появлением ее, наверное, он сможет даже идти уже к команде сражаться. Наверное, потому что Вай более сильный инициатор, чем Рексай. Но если думать о инициации, там я такую увидел, вы написали Паук сетап, то есть Сиджуани. Если у вас есть милишник на топе, то Сиджуани это идеальный выбор. Вай даже вам не нужна. У вас есть пассивка с топ-лейнером, допустим, вы взяли на топ-лейн Джакса, Ирелию, Фиору, ну это так, дофантазирую, каких там еще ближнебойных можно взять. Это того же самого Атрокса, Ривенка. И берете Сиджуани, у вас магический урон от лесника, физический урон от топера и просто победа. 1-3 у нас счет. Вайпер поддавливает у нас Самдей, но Самдей спокойно фармится и чувствует себя прекрасно. Они дойдут до лейта и закинут. Ну, вполне может быть опять та же самая история, где до лейта дойдет команда соточки и закинут. Но пока я вижу, что им до лейта даже может не дать команда FlyQuest дойти. Свои 3000 они хорошо так закрепили еще вторым драконом. Выпадает теперь Инфернал. У них будет три разных дракона. Почему Нуну не пикают? Не знаю, берут, но в последнее время в меньшей степени.
против Рексаки, против Калиста, чтобы Таня... А, ну вот, вот теперь стало все на свои места. Рексайку забрали оппоненты, и они вместо Джарвана решили взять Вайет. Вот такой вот вариант я оцениваю как добротный. Кайсен нагибает мидгейм и имеет топ-дамаг по сингл-таргету. Кайсен нагибает мидгейм. Не сказал бы, что у Кайса может нагибать мидгейм. Тут скорее против каких чемпионов это будет все происходить. Но в мидгейме я не могу сказать, что она самый слабый чемпион среди АДшников, но и не могу сказать, что она что-то может сделать. Три предмета Кайса — это не три предмета Джинкс даже. Она очень сильно зависит от вашей команды инициации. И... Так и живем. Санков, кого на топ актуальнее брать? Очень нравится Сион. Сион по-прежнему актуален. У Сиона есть пробивание брони на Ешке. Ой-ой-ой, по Болтер прыгает, двойные прыжки и... Подождите. А куда клинц-то делся? Чуть не понял. Мне показалось, что он клинц нажал, он в слип не попал. Вы видели, как-то по Болтер два раза пропрыгал, у него нет вроде мерок. И выглядело так, как будто он не уснул вообще. Ну, хотя его все равно там не догнали, потому что двойной прыжок был потрачен. Так вот, Сиона, есть пробивание брони, у него есть хорошая инициация. На линии стоять им приятно и достойно. Еще могу тебе посоветовать Чагата. Солоку он очень крутой. Там говорят, вышка сбила Сион. Это стример уже спит, поэтому и не обратил внимания на автоатаку вышки, которая как раз нанесла урон и сразу же проснулся по Белтер. Привет, смотрел LCL? Нет, времени не было. Мы тут смотрели с вами чемпионат в этот момент другой, под названием Европа. Хэшсен считает, что Синджит имба. Не, ну для Солоку я бы сказал, Синджит хорош, Клет хорош, Чагат очень хорош, Рениктон очень хорош. Это для Солоку. Но вот три предыдущих чемпиона, которые я назвал, это Синджит, Клет, Рениктон, они требуют хорошей механики. А Чагата ты можешь хоть сегодня, хоть завтра сесть снова сыграть. Очень мало контрпиков у Чагата, которые прям вот вообще такие, знаешь, что ты... Ё-моё, я пошел под вышку, оттуда не вылезаю. Там и Лаой, но ее очень мало кто берет. Какой-нибудь Супер Джакс, Супер Фьора с Релли. Брузер топ-лейнерский, который просто в одиночку хочет выиграть игру, и ты понимаешь, что он смурф. Что там с тайбрейками в Европе? Сыграно было? Завтра не будет тайбрейков. Сегодня сыграна была партия между командой SK Gaming и Schalke 04. Победителем стал коллектив. Ладно, победители стали SK, и Schalke не попали в плей-офф. Расскажу это я тебе. Геральтку вызывает у нас команда FlyQuest. 4000 уже стало преимущество. Это такой медленный сноубольщик идет. И бабух. 5000 стало преимущество. Прыжочек по Белтеру. Попытка убийства. Но Анда пытался в ответ сделать прыжок. Хорошо уворачивается по Белтеру. И ставлю ему гигантский плюс за исполнение своей ЛБ. У него два убийства уже. 200 фарм. 280, быть точным. Куплено Банши. Ему ничего не угрожает. Он может просто развлекаться. Главное не брать Чагата в Сайлос. Это да. Ну, либо можно брать, но тогда надо, чтобы на миде стоял Сенкукс. Там же Сенкукс был, да? В смысле загромождено 30% экрана? О чем ты? А, ты про сам лоял. Я уж подумал, что я не закрыл рекламу свою. Расстроился, что все это время реклама у меня висела и чатик висел. Два убийства на 20-й. Да. Корейский по Белтер. А ты имеешь в виду то, что загружен на 2/3 экрана, это лайаут Riot Games? Довольно удобный, кстати говоря. Раньше, мне кажется, было менее удобно смотреть трансляции. Хотя, недавно запустил ли Riot Games трансляцию какого-то старого турнира 2015 года, ну, как ребродкаст. 4 года назад то, что было. И MSI там был турнир, как раз фанатики там одерживали победу с командой Cloud9, они играли еще. И
сложилось у меня такое впечатление, что даже картинка была почетче. Просто сейчас вот иногда вот, когда вот так вот уводят у нас камеру назад, мы много пикселей теряем с вами, и качество картинки уменьшается. И вот сейчас то, что бегает, ну вот не очень похоже на качественную вот трансляцию. Вроде как мы больше видим, и это приятно для нас, но именно чемпионов плохо различить. Вот серьезно. Вроде Риут и пытались добиться вот этого различимости чемпионов, но, возможно, это из-за скинов так происходит. А Фрому опять пропустил заклинание в лицо, не успел он вовремя нажать щит, и придется ему теперь идти на восстановление здоровья. А это значит, что второй дракон, третий, извините, дракон уходит за командой FlyQuest. Сейчас мальцо было, как будто казаков какие-то показывали. Ну да, вот ты про это говоришь, что... А тимфайты, когда нам еще так уводят экран высоко. Вот сейчас опять экран у нас высоко, видите. Ну вот как на это реагировать? А то так сидишь, как японская до середины. Ну, середину убирают во время тимфайта. Когда ничего не происходит, нам показывают вот эту вот статистику, благодаря которой мы можем оценить, какие предметы собраны у игроков, кто сколько фармится, и саму нишспелла их оценивать тоже. Фейкер ЛБ мейн. Вообще, Фейкер не считался никогда мейном ни одного чемпиона. Он их менял, можно сказать, как перчатки. Ему дали в один сезон Синдру, как его чемпион за чемпионат мира победу. Дали Зеда ему, дали... кого еще дали? Азир это не его. Азир принадлежит другому мидеру команды СКТ тогда. Эко, да, по-моему? СКТ Эко, да-да-да, Эко был. Не, подождите, Эко это топлейнер. Райз, Райз же был, да, Райз. Потому что тот Эко это был топлейнер. Я что-то вспомнил Эко, а потом думаю, нет, это точно был топер. Ну так вот, и Райз скин не сделали еще, но Райз сделали, по крайней мере, ну, как в некотором роде символ Фейкера. И этот символ держится. Но на самом деле Фейкер, вы не поверите, за последние 3 года сыграл всего там каких-то 10 раз Райза. Это учитывая, что Райз, ну, чуть ли не каждый... хороший сайдстеп от Павелтера. Чуть ли не каждую неделю играется там по 5 раз. А Фейкер там его всего 10 раз сыграл. Но команда просто не играет через Фейкера, и он его тоже... реже, ну, там, наверняка в солоку поигрывает, а именно на чемпионатах мы от него его не видим. Фейкер ушел уже, просто не-не-не, Фейкер в команде СКТ, все как и обычно. Изихун был, да, никнейм, спасибо, что подсказали, Изихун. А кто был третий-то скин у Фейкера? Потому что Райза-то скина не существует. Не могу вспомнить. Азир это Изихун. Зед это Фейкер. Эко это был топ-лейн по Марин, да? Получается. Джакс это у нас Импакт. Говорит, Райс, есть СКТ скин? Есть Райс СКТ скин? Вот я тупой. Ну тогда все, тогда и не надо ничего вспоминать, ребят. Все вспомнено. Все вспомнено и рассказано, и показано. Как раз первое, когда чемпионство взяли. Спасибо, будем помнить, как говорится. Это QTPay комментит? Конечно, конечно, QTPay. За месяц взял алмаз или выше, точно не помню, кто там за месяц взял. Почему у Атрокса меньше фарма, чем у Влада, но есть награда за него? Потому что команда его лидирует по золоту очень сильно, и из-за этого среднее золото коллектива очень высокое, и получился вот этот шатдаун на нем. Хотя по золоту, да, ты прав, тут, конечно, разброс не очень честный. Потому что, смотри, как она учитывается игрой. Игра учитывает игроков, которые фармятся, исключая саппорта и исключая лесников. И суммарный фарм команды FlyQuest намного выше, чем у команды Соточка. И поэтому разделили все эти шатдауны между всеми игроками. Что? Подождите, а... Wild Turtle, ты паузу не хочешь нажать? Так это не работает. Он в слип попал во время прыжка в воздухе. Это как вообще работает? Да, он получил слип, но его ульта должна блокировать все заклинания.
Подождите, а почему он уснул-то в воздухе? Пошла инициация, пошел слип. Да, он прыгнул и уснул в воздухе. Ну ладно. Устал просто попугай. Устал попугай и уснул. С него, кстати, ШД сняли за это. Владимира также служи. Можно уснуть в ней. Слушай, а вот этого я что-то не знал про Зою. То, что те, которые в бане, эффекты уходят. То есть получается, то, что ты говоришь, что он, какие еще чемпионы у нас банишь могут уходить, пропадать типа с карты на какое-то время. Кроме Владимира и Зай, есть какие еще чемпионы? Они тоже будут, значит, ловить вот эту вот Ешку и оставаться там внутри, будут засыпать. Физ, да. Значит, Физ тоже, подпрыгнув в воздух, будет засыпать. Если так это работает, то оно так оно и есть. И Пайк тоже на своей ульте. У нас здесь какое-то финальное сражение устраивает команда FlyQuest. Делает all-in по Владимиру. Владимир тут же убирает по болтрадзуневой трех игроков. И команда FlyQuest убивает противника. Пропустили мы немножко здесь повтор Пантеона. Слушай, с Пантеоном это интересно мне даже стало, как это будет работать. Представляете, Пантеон улетел и не приземлился. Просто улетел и не приземлился. И на Шора забирает команда FlyQuest. Попытка была у нас здесь ворваться. На Шор Пит с Олегом там дал свой прокастик, но по Нашору урона ему не хватило. Хотя он даже до него не добрался. И представьте, вот Пантеон отсюда откуда-нибудь дает ульту и такой вжух, и все, и где-то там в воздухе уснул. Да, видите, они продамажили издалека. Wild Turtle побил Владимира. Владимир такой, блин, по-моему, у меня есть Джонни, просто сейчас возьмут и убьют, в которую я сам же залез. Ну и Анда сделал контрврыв на своем Рейкане. Рейкане сказал уже, заговариваюсь. На своем Джарване, но Рейкан все это дело остановил. И команда FlyQuest делает четвертого дракона. Ну и соточка в этой партии даже близко не выглядит, как соперничество создать не получается. Чего Фрому превратился в слабого игрока? Здесь я, как говорится, бессилен. Мои полномочия все. Действительно, я с тобой полностью согласен. А Фрому, ну, давайте вот честно. Уже чемпионат начинает медленно подходить к концу. Худший саппорт чемпионата Америки — это Фрому. Я хуже него не вижу. Худший лесник. Тут можно еще пока побегать, подумать. Мне кажется, что контракт. Но моментами он играет хорошо. Тогда, мне кажется, Rush. Но, блин, Rush делает некоторые такие действия, которые не делают другие команды. У него есть вот эта, вот, знаете, нотка «А давайте повоюем». И вот этого «А давайте повоюем» многим игрокам не хватает. Например, Анди. Вот это «Не давайте повоюем». Это просто оверкил был от Анды. Он слэм джем сделал только что по GG, который тоже попал в слип. И команда FlyQuest потеряла одного игрока, но продолжает пушить. Тут уже не 3-1-1, как видите, а 2-1-1. Интересно, кто будет худшим топ-лейнером? Но это Докла. Извините, но здесь я другого мнения сказать не могу. Но есть еще Broken Blade, я бы его отправил тоже на предпоследнюю позицию. В команде TSM жутко не повезло с их топером. Он миллиард ошибок совершает в играх. Ну а так, конечно же, это Докла. Докла это просто что-то, нечто с кем-то, с чем-то. Среди мидеров... Я не могу сказать, что Хухи плохой, но вот с Лего он только пару игр играет. Мы тоже не можем его в этот список запихивать. Я бы, наверное, сказал... Как же его зовут-то? Вылетел из головы. Вылетел из головы мидлейнер один. Ну вот он плохой самый, если что. Вот тот мидлейнер, он худший. Вот просто худший. И это не по Белтер. По Белтер, кстати, на еще один VP тянет, судя по всему, по этой партии. А как же Даршан? У Даршана все зашибись. Он не выигрывает линии, но, по крайней мере, может протаскивать партии. Кира. Да, точно Кира. Нет, 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 ребят. Кира тут ни при чем. Кира вообще шикарная AD Carry. Не надо сейчас нам, да? Осталось только AD Carry. Ну да, мы же знаем, что этот худший был. По поводу АДшника, вам не понравится это. Вон он. Вон он бегает.
Хотя, как я много раз отмечал, любой AD Carry прямо зависим от своего саппорта. И если у вас плохой саппорт, скорее всего, вы и будете плохим AD Carry. Паблтер прыгает, обивает сюжет, этот ингибитор убегает в сторону. И команда FlyQuest за 32 минуты заработала уже целых 5 убийств. Да, это Бэнк, ребят, это Бэнк. Он просто ужасен. Я не представляю, как... Задумайтесь, как тренера, ну даже не тренера, а менеджеры, которые потратили деньги, там договаривались с командой СКТ, купили себе Бэнга и такие, ура, у нас будет чемпион мира, который стреляет круто, будем ему давать Эза, потому что Эза сейчас в мете, и он будет всех побеждать. Они ему его дают, а он каждую картку... Ты Дамонте? Да, Дамонте. Да, Дамонте по мне самый слабый мидлейнер. Постоянные поражения, все верно. Я про Дамонте говорил. Просто Бэнк сыграл минус 100 фарма в этой игре против Вайл Тордла. Он проиграл первую свою партию даблифта, причем они умерли на ботлейне два раза 2 на 2. То есть он 0-4 закончил, ну, они закончили линию 0-4 со фраму. Их победил даже Сники. То есть, если честно, Сники, я считаю, в этом году играет очень плохо. Обычно я его хвалю и говорю, Сники, он в топ-3 попадает, что не только косплеит, но еще и в топ-3 AD Carry всегда заходит. Такой стабильный AD Carry. В этом году Сники я, ну, готов похейтить. У него позиция... Сейчас, по AD Carry, мне кажется, первый Double Lift, второй Wild Turtle по позициям, так. Третий, этот, Звен как раз-таки получается. Четвертый, вот надо там уже вспоминать, какие игроки, какие моменты выстраивали. То есть, есть TSM, ADшник, Звен, молодец, все делает как надо. А Сники, ну, где-то на шестую позицию я его вброшу. Это не худший его, конечно, сезон. Я думаю, по КДА у него там тоже все зашибись. Там партия завершается, вы видите. FlyQuest немножко заставили поиграть против компьютера команду соточку. Говорят им, тут боты идут на вас, обороняйтесь. И компьютер, видите, он засылает к ним огромное количество крипов со всех сторон, и они обороняются как могут. Пигли, да, Пигли так можно поставить на четвертую позицию. У него в этом году хорошие партии яички. Когда Сники играет на Твиче, и Твич говорит фразу «Сники, Сники!» Да, есть такой момент в игре. Но это, к сожалению, ребят, две скучнейших партии было подряд. TSM победили не во время банов пиков, но победили сноуболом. И сейчас точно так же сделала команда FlyQuest, как будто соперники даже, ну, не знают, как останавливать этот сноубол. Ты вообще спишь, Киберг? Там запятую надо было поставить. Да, сейчас и пойдем, ребята, отдыхать. Слушайте, а мы довольно быстро закончили, 3.46. Обычно в 4.30 заканчиваем, а было пару игр, где мы в 5.20 заканчивали. 3.46, 3.47 уже. Ай, все время летит, надо идти ложиться спать. Ну что ж, ребят, давайте подведем маленький итог. Сегодня у нас прошел чемпионат Европы, где выяснились все команды, которые попали. Почему я подвожу итог в этом видео? Потому что у нас ребята, некоторые смотрят только последнюю игру запись, потому что они легли спать. Все команды известны теперь, которые прошли в плей-офф. Это команда G2, команда Origin, Fnatic, Splice, Vitalik и команда SK Gaming. Здесь пока еще нет у нас расписания плей-оффа, но плей-офф как будет играться? Команда G2 будет играть с командой Origin за матч в гранд-финал. Фанатики выбрали себе соперника с третьей позиции. Они имели право выбрать любого соперника из этих трех команд. Они выбрали Виталиков. Соответственно, Сплайсы будут играть с командой SK Gaming. У Фанатиков будет право первой ночи. У Сплайсов тоже будет право первой ночи. И у G2 будет право первой ночи. Про право первой ночи я имею в виду, это право первой руки. Они могут выбрать сторону, на которой хотят играть. Может, кстати, уже есть расписание плей-оффа. Подождите. Спринг плей-офф. Вот, да, все уже есть, все, что я тут придумываю. Все уже есть, ребят, ну я не в смысле придумываю, вот он, гранд-финал. Проигравший отправляется сюда. Здесь ребята играют друг с другом. После этого играют друг с другом. И ждут их в финале Origin, либо команда G2. Вот такой вот у нас структура чемпионата. Она немножко похожа на корейскую, но все же пока еще не корейская. Здесь будет, кстати, best of 3. Раунд первый, раунд второй, раунд третий и финал. Увидим с вами это уже совсем скоро. Ну а в чемпионате
Америки без, наверное, сенсаций не обошлось. Все же Cloud9 проиграли. Но учитывая, что они и до этого парочку игр там выкидывали, нельзя сказать, что это какая-то прям сверхсенсация. Ну и сейчас нам показывают лицо Пабелтера, которому дают еще одно MVP. И странно, что нет сейчас этого фотографии здесь. Его, у него стримы есть, и у него там очень забавные фотки его собственные, вот эти вот картинки. Люди обычно эти иконки спамят, когда он общается. Ну, ладненько, ребят. Идем отдыхать. Завтра будет новый день. Завтра будет Корея. Кстати говоря, о Корее. Если я проснусь, я постараюсь проснуться, ребят, то мы будем смотреть матч команды Hanwha Life и команды SKT в 11 утра по Москве. Ну, а Джинджи против команды Кингзон уже будем смотреть по итогу этого результата, то есть, который произойдет. Ну, и вечером будет у нас Америка в любом случае. Ну, а так, всем спокойной ночи. Желаю хорошего настроения, хорошо провести оставшийся день. Хотя в некоторых день только начинается. Ладно, пока-пока.